Самый опытный контролер отдела качества и одновременно самый опытный работник цеха. Наиля Муратова уже 34 года трудится на производстве металлов с покрытием. Преданность профессии и цеху принесла ей заслуженную награду – звание лучшего рабочего ММК. О своей работе и трудовом пути Наиля Муратова рассказала нашей съемочной группе. Между рулонами с металлом она маневрирует быстро и легко. Одного взгляда на маркировку Наиле Муратовой достаточно, чтобы запомнить цифры и сопоставить их с указанными в формировочном листе. Проверить многочисленные данные готового к отгрузке металла, целостность его упаковки и оформить сертификат качества – обязанности контролера Муратовой. От нее зависит, с каким лицом предстанет перед заказчиком продукции Магнитогорский металлургический комбинат. Качественная металлопродукция – это лицо комбината. На сегодняшний день большая конкурентоспособность, а от этого зависит стабильность, наша заработная плата, соцпакет. О рабочей профессии Наиля Муратова мечтала с детства. Школьнице хотелось поскорее обучиться ремеслу и зарабатывать собственные деньги. Желание дочери поддержали родители. Они всю жизнь проработали на ММК. Между профессиями машиниста крана и контролера качества юная Наиля выбрала последнее, просто потому, что училище располагалось ближе к дому. И уже через год оказалась в этом самом цеху. Мне так понравился этот цех. Был всего один пролет лужения, там агрегат лужения, две резки и точно так же отгрузка. А эти уже цеха после 2000 года выстроились. Ну, это масштаб, это цех огромный. Здесь металл с покрытием, здесь работа очень интересная. Работы у Наили Муратовой действительно много. В удобном кресле и за компьютером ее найдешь нечасто. Наиля Габдрахмановна – один из немногих контролеров, кто несет службу сразу на трех участках. Она проверяет продукцию с двух агрегатов горячего цинкования и одной машины электролитического лужения. Девочки, здравствуйте. Цех покрытия вас беспокоит. За смену при непосредственном участии Наили Муратовой заполняются продукции и отправляются к заказчикам до 30 вагонов с металлом. Столь высокие показатели – результат большого опыта работы. Наиля Габдрахмановна трудится на производстве металлов с покрытием уже 34 года. Надо много знать нормативных документов, уметь с ними работать. У нас ГОСТы, ТСки, ТП. Все это мы проверяем по приказам, все это надо знать. Ежедневно, проходя огромное число шагов по складам и сверяя бесконечное количество цифр, Наиля Габдрахмановна ни капли не устает. Секрет продуктивности контролера Муратовой – трудиться нужно всегда с удовольствием. А чтобы работа приносила радость и плоды в виде наград, нужно только одно – в юности правильно выбрать профессию. Елена Тимофеева, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.